Я продрочила, что расставить дизлайки. Продрочила? Да. Что, чё? Что расставить дизлайки. Тебе дрочат? Дрочили, да. Михалыч, ты чё? Ты чё, дизлайки ставишь? А лайки кто ставит? Не дрочишь, что ли? Лайки ставят, все замечательно. Нормальные пацаны? Нормальные пацаны, нормальные ребята. Они даже если дрочат, то они эротично это делают, да? А дизлайки это одинокие очкарики. Прыщавые. Прыщавые. Ну и просто завидуют. Потому что у них нет таких девушек, которые как раз таки великолепные, неотразимые. Вот так.